Дамы и господа, гости и особенно жители нашего города, не забываем заботиться о своем здоровье. Это никогда не поздно и никому не рано. Приглашаем вас на день открытых дверей в наш фитнес-клуб. Ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, еще раз. Молодцы. Так, дамы, не торопимся. Еще раз сначала аккуратненько. Так, локоточки, как птичка, не делаем. Все время держим плотно к корпусу. Еще раз. Ага. Ага. Так, все, закончили, построились. Молодцы. Я вами горжусь. Мариночка, ну-ка скажи нам, пожалуйста, всем основное правило самообороны. Быстрота, стремительность, натиск. Молодец. Неправильно. Основное правило самообороны – не попадать в неприятности. Ну да. Юбку в пол, макияж не носим, прическу не делаем. А если у меня ноги красивые? Так, ладно, Мариночка, работаем. В этих обстоятельствах чего нельзя делать? Вырваться вот так. Молодец. Что нужно делать? Раз. Так, дальше. Ага. И? Три. И последнее? Бежать. А ну-ка, бегом. Инга, вперед. Покажи нам что-нибудь. Одну руку кладем на плечо, а дальше я не помню. Я могу напомнить. Одну руку кладем на плечо, прижимаем, оп, и коленочкой добавляем. Да? Все поняли? Отлично. Спасибо вам за тренировку, за занятия. Встретимся завтра. А вы не простужались в последнее время? Конечно. Я под Новый год всегда простужаюсь. Ну, сейчас-то уже все прошло. Светлана Геннадьевна, может быть, инфекция осложнение дала? Хорошо бы повторные анализы назначить и добавить в таком случае в терапию противовоспалительную. Посмотрим. Выпиши направление. Угу. Вот все говорят, что у нас медицина плохая. А какая девочка у вас славная, толковая, внимательная, хорошая девочка. Анечка у нас интерн, скоро сама врачом станет. Да? Да. Ну, дай-то Бог, дай-то Бог. Хорошая девочка, хороший врач будет. Так, здесь кухонная зона. Сюда мы встроили электрическую плиту, духовой шкаф. Так, а вот здесь будет располагаться у нас стол. Да, и где он? А, ну, как где? Вы заказали сложной конфигурации с мраморной столешницей. Это только под заказ только. Ну, то есть... Никто у нас никуда не торопится. Хорошо. Так, а это что? Розетки. Да я вижу, что розетки. А почему она так низко? Стандарт. Да мне плевать на твой стандарт. Сделать выше, вот здесь. Игорь Леонидович, ну вы же сами утверждали проект. А мужикам что теперь, штробить, а потом шпаклевать снова? Значит, мужикам штробить и шпаклевать. А ты перестань мне тыкать своим проектом. Я ничего в твоих бумажках не понимаю. Я заказчик, и здесь я вижу. Значит, сделать вот здесь, понятно? Самому будет неудобно. Ну что вы. Ладно, все сделаем. Так, показывайте дальше. Ну, что у нас еще? Выход на террасу второго этажа. Угу. Тоже еще не сделали. Здесь перил нет. Так, а это что? Кафель не сходится? Рисунок сложный, не успеваем. Что здесь сложного? Сережа, я тебе все чертежи оставляю. Да какие чертежи? Там все неправильно. Мы начинаем класть, а она не сходится. Это у тебя в голове ничего не сходится. Нужно не с центра, а с края класть, как положено. Что значит, как положено? Я что, 20 лет в строительстве не знаю, как класть, ты меня учить будешь? Значит так, замолчали оба. Значит, надо было сидеть здесь и пальцем этим обезьянам показывать. Переделаешь. Хорошо, Игорь Ильич. Ладно, я поехал. Игорь Леонидович, извините, а что насчет денег? Вы обещали сегодня? А, да, зарплата. Ребята ждут. Какие деньги? Вы сначала сделайте все, как положено. Да завтра сюда дело, обещаю. Значит, и деньги завтра. Как завтра? Нет, я завтра вообще никак не могу. Ну, значит, на следующей неделе получите. Я же не буду сюда два раза ездить. Подождите, давайте, может, тогда завтра с утра, пожалуйста. Ладно, в 10. Спасибо, до свидания. Ну что мы тут
всю ночь впахивать. Слушай, а как будто ты хочешь сказать, что ты сам все это будешь делать, да? Сереж, я тебя очень прошу, скажи, пожалуйста, своим рабочим, чтобы они плитку эту клали только по моим чертежам. Хорошо? Хорошо. Все, давай. До завтра, пошла. Армен! Чего? Я тебе сейчас руки поотрываю. Алло? Да, нет, еду. Что? Все хорошо, давай. Давай, ага, пока. Здравствуйте. Папа! Извините, пожалуйста, на работе задержали. А жена не могла забрать? А у нас нет жены. Пока нет. В смысле? Не слушайте вы, я постараюсь, чтобы больше такого не происходило. Ну, подождите. У нас послезавтра выездная экскурсия. В школе нужно быть в 10. Вас предупреждали? Да, спасибо. Спасибо, что напомнили. До свидания. Извините еще раз. До свидания. Пойдем. До свидания. Ты где ходишь? Я из-за города еду, и то быстрее тебя добралась. Да у меня машина не завелась, который раз уже. Ваня там что-то подкручивает, она сразу заводится. А я не знаю, что там, где и как. Ну и такси вызвала, и, конечно же, попала в пробку. Бывает. Ань, как, не идет? Да, очень круто. Мне тоже нравится. Отлично. Так. Ой, подожди. Подожди, Анют, смотри. Ну? Тебя тут тоже кое-что ждет. Девушка, несите. Угу. Спасибо большое. Пожалуйста. Держи вот здесь спереди, угу. А я вот так сделаю. Ну, как тебе? Ну, чего ты? Ничего. А я говорю, продолжать слежку, работнички. Да ладно, знаю, какие вы там профи, слана, а не заметите. Ничего. Это сейчас ничего, а потом обязательно что-нибудь будет. Короче, вы заказ получили? Получили. Вот и ходите за ней, как приклеены. Я нюхом чую, эта зараза с кем-то мутит. Ясно. Ну вот и хорошо. Ну и как будем делить заветное место у входа? Ну, вообще-то мы первые приехали. Вообще-то одновременно. Даме уступаю. Ну, вроде все. Сейчас тут поправим, чтоб красиво. Ой! Ой, Ань! Какое красивое! Так, я тоже такое сейчас хочу. Тут... Нравится? Да. Туда, пожалуйста. Спасибо. А где папа? Не знаю. Ваня! 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 Вань, ты чего? Жениху заранее нельзя видеть невесту в свадебном платье. А мне можно? Тебе-то можно. Всем же известно, Вань, что это плохая примета. Боря, привет. Привет. Да, кстати, познакомьтесь, это Иван, жених Ани, а это Боря. Борис. Приятно. Слушайте, а вы долго еще здесь? Думаю, на час минимум. Подождешь? Конечно. Ну все, тогда да. Болтайте. Поздравляю. Ну да. Рано еще, правда. Спасибо. Слушай, а если нам час еще тут ошиваться, может... Поможешь в одном деле? Давай. В каком? Анькину машину перегнать. Без проблем. Отлично. Я заключен. Тебя снова попрут, я сам. А, ну да, я на выход. Давай. Может, вот сюда убрать мне немножко. Вот, хорошо. Здрасте. Здрасте. Анют, познакомься. Это тот самый Боря, про которого я тебе говорила. Понятно. Борис. Аня, очень приятно. Очень приятно. Леночка, мы с Иваном отъедем, заберем Анину машину. Хорошо. Ключи от машины дадите. Какое счастье. Спасибо большое. Вот, пожалуйста. Вам очень идет, честное слово. Спасибо. Пока. Ничего, он у тебя такой симпатичный. Да, он такой. Все в последний момент. Все бегом-бегом. Настроения никакого. Слушай, мне уже ничего не хочется. Я вообще вот это платье хотела. Но Ваньке даже сказать не решилась, потому что дорого очень. Да и Ваня, по-моему, не в восторге. Столько денег, нервов. Он же вообще хотел очень тихо расписаться и, ну, все. Ань, ну ты чего? Это такое событие раз в жизни, м? Ну это у меня в первый раз, а у него-то второй. Ань. Обжегся уже один раз. Ань, ну ничего страшного. У него второй раз, у тебя же в первый. Анют, ну посмотри, какая ты красивая, м?
Ну, если все сделают, то ну ничего. Я тебе обещаю, у тебя будет самая лучшая свадьба на свете. Зачем столько денег? Мы вроде собираемся мне шубку купить. Ну, какую еще шубку? 30. Ну как, какую в магазине шубу? Наталья, какие магазины? Я завтра на стройку еду. А ты знаешь, сколько денег уходит? А ты тут со своей шубкой. Ты еще год назад обещал, что стройка твоя закончится. А ты думаешь, я сам не хочу переехать? Хотя бы для того, чтобы братца твоего тут каждый день не видеть. А что нам мешает моему братцу купить квартиру? А нам ничего не мешает купить квартиру кому угодно. Например, твоему хахалю. Я у тебя ангел, а не жена. Слушай, ангел, если твой Юрка работу не найдет, я его из дома вышвырну. И тебя вместе с ним. Слушай, ну что ты развел-то опять? Может, хватит пиво пить, а? Ура! Что ты разводилась-то? Опять твой что-то выкинул? Там снайпер в кустах. Где? А. Он сказал, что он тебя из дома выгонит, если ты работать не будешь. Ага. Я вообще такое не представила. Ну и брось его. Сейчас. Леночки. Чего? Что случилось? Да ну, это Чукин. Клиент такой тяжелый, не могу. Я знаю, я тебя предупреждал. Помню я. Просто денег обещал заплатить и не заплатил, представляешь? Слушай, ну Игорь, конечно, дотошный и не очень приятный человек, но деньги он всегда платит. Угу. Ну, хочешь, я поговорю с ним? Не, не надо. Со своими рабочими моментами я как-нибудь сама разберусь. Просто я подарок хотела нормально купить ребятам на свадьбу. Леночка, если что-то касается денег, ты всегда смело можешь обратиться ко мне. Ну, хочешь, тем более помнится, что подарок вроде бы как общий должен быть. Борь, денег из тебя не возьму, потому что порядочная девушка берет деньги только у мужа. Вот как? Да. Ленка. Что? Выходи за меня замуж. Борь, ты что, мне предложение делаешь? Считай, что да. Извини, как-то не романтично, конечно, получилось. С кольцом не подготовился, но... Ну вот, отложи пока. Щукиным я как-нибудь сама эту проблему решу, заплатить же. Не денется никуда. А вот про колечко я запомнила. Тогда за нас. Спасибо. Доченька! Мам, привет. Господи, боже мой. Мам, да ты чего? Так, вот этого не надо. А то я тоже сейчас плакать начну. Эх, плакать собралась. Радоваться надо, а ты... Ну что это я в самом деле? Ты ужинать будешь? А, нет, меня Ванька покормил. Здрасте. Последний день, можно сказать, в родительском доме и не поужинать. Мать вон любимый твой борщ приготовила. Меня голодом морила. Все тебя ждали. Так, ладно. А то завтра все равно спокойно не поем. Это правильно. Это правильно. Давай-ка, накрывай на стол. Столпились, как в бочке. Давай, да, иди, приготовь что-нибудь там. Ань, скажи мне, ну ты как, счастлива? Ну, наверное. Не поняла еще, если честно. Ну ничего, у тебя вся жизнь впереди. Время, вы видели? Аня! 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 А
ответственный день. Иди! Иди! Аня! Я сейчас зайду к ней. Ну давай, стучи! Поздравляю! Ну, что ты так все выглядишь? Да перестань, хорошо она выглядит. Хорошо ты выглядишь. Пойдем, мы тебя сейчас накрасим, прическу сделаем. Вообще будет самая красивая у нас. Девочки, а где Лена? А у нее завалы на работе, она только к ЗАГСу приедет. А что, мусор вывезти не судьба, как на помойку приезжают. Вы же сами просили экономить. Наберем на большую машину, вывезем. Ну, а то, что вчера просили, сделали. Посмотрим. Ты только гляди, чтобы твои бойцы ничего не уронили. Знаешь, сколько за эту плитку уплачено? И сколько кое-кто на ней наварился? Игорь Леонидович, если вы меня имеете в виду, то я вам могу показать все считания мне в отдельной папке. А то я не знаю, как с поставщиком насчет товарных накладных договариваться. Ладно, каждый зарабатывает как может. Игорь Леонидович, как видите, лестницу мы уже вывели. Осталось установить только перила. Но я предлагаю это сделать после того, как будет закончен ремонт во всех комнатах. Мы уже завезли мебель в кабинет. Да. А вот там практически готова ваша спальня. Что ж, спальню посмотрим. Пойдете, все покажу, все объясню. Так, вот. Вот спальня. Все по утвержденному плану. Мебель мы уже закупили. Осталось только все расставить. Вот три варианта, смотрите. Какой вам больше нравится? Что? Игорь Леонидович, нам нужно установить мебель. Без ваших рекомендаций я это не сделаю. Дам тебе рекомендации, когда всю отделку закончите. Ладно, я поняла. Ну, тогда все. Вы уж извините, мне нужно ехать. Что? Насчет денег вы обещали. То есть вам всем нужны деньги? Ну, я... Так, иди отсюда. И другим скажи, чтобы сюда не заходили. Я все понял, да. Конечно. Игорь Леонидович, что вы делаете? Ничего, мы же в спальне. Пытаюсь, так сказать, прочувствовать атмосферу. А то как я тебе проект утвержу, если сам все не прочувствую? Так, Игорь Леонидович, что вы подожди, делаете? Подожди, подожди, ты что, приличная? Да. Хорошо. Цветы, шампанское, да. Бриллианты. Да. Да? А ничего страшного, что я встречаюсь с Борисом? Леночка. Что? Ничего. Да? Борис же мой партнер. И что? А то, что у нас все общее. Правда. И фирма. Ого. И бизнес. И бабы. Игорь Леонидович, что делаете? Ему не буду говорить. Михалыч, там хозяин с дизайнершей. Да знаю. Так он сказал не беспокоить. Понятное дело. Иди давай, работай. Ага, хорошо. Ну что, ес? Ага, ну вот. Другой разговор. Ага. Нормально. Лена, иди посмотри. Что? Ну, вот видишь. Да, молодцы, можете, когда хотите. Ага, и хотим, когда можем. Да. Ну что, хозяин-то денег дал? Да, куда денется, гад? А что так? Да ничего, убивать таких мало, ладно, я пошла. Иди, раствор готовь. Ага. Дрелей-то сколько будет? Игорь Леонидович, мы там плитку... Всем из дома выйти, собраться во дворе. Никто никуда не уходит. Чего? Бегом!
Полиция? Ты зачем к нам пришел? За невестой. Правильно. У родителей ее что, просил? Руки, конечно. Молодец, иди. Давай. Смелее. Держи. А что делать нужно? Отгадывай, чья ручка-то? Чья? Ручку? Чья? Не ее. Ну как не ее? Ну так. Ну, а вот это, ну? Ну, точно ее. Говорю, ее. Нет, я руку любимой женщины всегда узнаю. Ладно, я предлагаю не мучить его больше. Все. Открывай глаза. Та-да-дам! Вадим. Букет. Егор. Пока. Да? Значит так. Вот этих всех собрать в отделение, допросить, проверить документы, никого не отпускать. Я на звонке, понял? Да. Так, возьми бригадира, пусть протокол подпишет. Так, давайте отойдем в стороночку. Внимательно прочитайте. Внимательно. Слушай, ну все кивают на какую-то бабу, Леной зовут. Фамилии никто не знает, дизайнер. Ну, по ее проекту все здесь делается. По описаниям красивая, высокая, встроенная блондинка. Лет 28-30. Может, они сговорились? Все валят дизайнерши. Не похоже. Я по объекту-то помотался с ними, сверил показания, кто где находился. Они были друг у друга на виду. Да и труп обнаружили двое. Бригадир и еще один работяга. А зачем дизайнерши убивать заказчика? Он обещал ей деньги сегодня привезти. Она очень нервничала по поводу денег. Еще двое говорят, что он к ней приставал как раз в той комнате, где обнаружен труп. При нем деньги-то были какие-то? Нет, только мелочи в карманах. А с площадки ничего не пропадало? Говорят, нет. Бригадир, когда труп обнаружили, всех выгнал во двор. Так что до нашего приезда тут вроде как никто ничего не трогал. Сознательные. Ну, чудеса сообразительные. Кстати, телефон я узнал? А как же. Вот. Зарегистрирован на некую Макееву Елену Александровну, 1900... Это не важно. Значит так, нужно отследить ее по телефону. И брать, пока теплая. Подожди, подожди, давай-ка из машины позвоним. Все равно она в город поехала. И вашу подпись. Вот сюда, вот вниз. Вот ручка. Вот. Звезда моя. Спасибо. Пойдем. Кого, кого ищешь? Ленку. Так она внутри, может быть. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот сюда. Привет. Здорово. Привет. Давайте, бегом. Борь, 20 минут осталось до начала регистрации. Леночка, мы еще цветы успеем купить, не переживай. Ой, надеюсь. Анька звонит. Алло? Анют, не переживай, мы это все успеем, уже подъезжаем. Давай. Давай сюда. Ага. Да. Мы подъехали уже. Пока не видно. Ну, судя по сигналу, где-то здесь. Точнее. Точнее не получится, радиус 50 метров. Слушай, дай-ка мне ее номер. Ой, слушай, опять Анька звонит, наверное. Не, какой-то незнакомый номер, потом перезвоню. Сбросила. Значит так, передавай, чтобы смотрели по сторонам, у кого звонит телефон. Смотрите внимательно, кто сейчас снимет трубку. Повторяю, кто сейчас снимет трубку, смотрим внимательно. Давай, прыгай. Ой, все немецы кому-то. Алло? Макеева Елена Александровна? Да. А где вы сейчас находитесь? Что мы уже ждем здесь уже, пускай. А вы кто такой? Что вам нужно? Я при встрече все объясню. Вы что, с ума сошли? Больше не звоните сюда, так пожалуйста. Так ты где вот его? Конкретно где? Черный бумер. Задерживаем машину. Задерживаем черный БМВ. Номер Е012КХ. Вообще. Кто это? Выходим из машины! Тихо, 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 тихо! Руки, выходим, берите, я сказал, что спокойно! Что делаете? Руки уберите! Дергайся!
происходит? Макеева Елена Александровна. Да, что происходит? Мы опаздываем. Вы можете никуда не спешить. Вы будете доставлены для допроса в связи с убийством Щукина Игоря Леонидовича. Щукина? Его убили? А вы знакомы? Да, он мой партнер по бизнесу. А что происходит? Ребят, что розыгрыш такой? Это вы нам будете объяснять. С нами поедете. Проверим у него документы. Есть. Что происходит? Боря. Я сам. А где ваша машина? Дома припаркована. Что? А вы проживаете по прописке? Да. Значит так, возьмешь пару человек и произведешь обыск в машине. Полегче там. Так, садитесь в машину, поехали. Куда? Поедем на вашей машине, я объясню. Садитесь. Понял. Садитесь. Боря. В машину. Поехали. Боря. Прошу совместными подписями скрепить ваше соглашение стать мужем и женой. Прошу вас, жених. Прошу вас, невеста. Жених и невеста обмениваются кольцами. Алло, Аня, это Борис. Слушай, Лену арестовали за убийство Игоря Щукина. Да это просто бред какой-то, недоразумение. Слушай, ну у нас, наверное, не получится сегодня приехать. Мы в РВД. Что, Борь, что? Я не понимаю ничего. В каком РВД? Я что, непонятно вам сказал? Здесь не положено разговаривать. Нет, я не могу больше говорить. Все, давай. Ленку арестовали за убийство. Ну что, красивые, поехали кататься. Ну, поехали. Сейчас? Да. Держи. Ребята, куда идти? Куда они пошли? Ребята, вы куда? Дорогие гости, поднимайтесь в ресторан, мы скоро вернемся. Ресторан? Что ресторан, так ресторан. Когда вы вернетесь? Ребят, и что это было? Вы не подскажете, который час? Давайте не будем торопиться. Мы пообщаемся. Я сейчас все запишу на диктофон, а потом я все внесу в протокол. Хорошо, это надолго можно? А в каких вы были отношениях со Щукиным? Как в каких? Он заказчик. Я делала проект. Сопровождала на этапе строительных работ. Получается, чисто в деловых отношениях. Конечно. А у меня есть показания рабочих Арапетяна и Бушкова, что они застали вас в довольно пикантной ситуации. Знаете, я могу вам сказать одно, что это неправда. Единственное, он приставал ко мне сегодня, но я дала ему четко понять, чтобы этого больше не повторилось. Все. А он часто к вам приставал? Нет, это было единственный раз. Я была в шоке. В шоке? Ну да, этот Щукин, он такая скотина, денег платить не хотел. Ну как не хотел, он задержал. У нас были кое-какие недоделки, мы их исправили, и он обещал сегодня со всеми рассчитаться. Так он рассчитался с вами? Да. А он рассчитался только с вами или с рабочими тоже? Откуда я знаю? Я уехала. Хотя, когда он со мной рассчитывался, я видела, у него в барсетке было 2 или 3 пачки денег. Я предполагаю, что это зарплата рабочего. Значит, у него были деньги. Да, вообще, к чему вы все это клоните? Да. Секунду. Найдено в ее машине. Отпечатков нет. Угу. Свободен. Что это? Зачем? Это обнаружили в вашей машине. Вы что, шутите? Этого не может быть.
Вот протокол и подпись свидетелей. Но это не мое, что вообще это все значит? Я полагаю, это орудие убийства. Боря, что происходит? Да я сам не понимаю, нас арестовали уже каких-то бандитов. Блин, ну допрос повели. Я сказал, сядь на место. А вы успокойтесь, гражданка. Здесь вам не положено. Что происходит, я вас спрашиваю? За что вы их арестовали? Я требую, чтобы вы дали мне поговорить с моей лучшей подругой. Жених, ну ты хоть успокой ее. Сейчас успокою. Послушайте, пожалуйста. Ты что творишь-то? Послушайте, мы просто хотим выяснить, почему нашего друга и нашу подругу Елену Макееву задержали. Где надо, там и разберутся. А вы идите и не мешайте работать. Я никуда отсюда не пойду, понятно, пока вы не разберетесь. Ань. Хотите, меня тоже посадите. Перестань, так, граждане, Ань. Освободите помещение. Пожалуйста. Я все узнаю, а вы пока подождете там, где положено. Спасибо. Сказать, что вы попали в неприятную ситуацию, это не сказать ничего. Сейчас вы можете дать признательные показания. Я даже готов оформить явку с повинной, что существенно может повлиять на решение суда. К вам Щукин приставал, вы защищали все свидетельские показания. Вы это не отрицаете. Я не убивала этого Щукина. Я его не убивала! Я не знаю, что происходит! Я не делала этого! Хорошо. На сегодня, значит, мы закончили. Ну, кто меня спрашивал? Вы следователь? Да. Вы должны разобраться и отпустить Лену Макееву, и мы будем здесь ждать, пока вы ее не отпустите. Вы, конечно, можете ее ждать, только не здесь, а в СИЗО. Что? Я ее задержал. Подождите, подождите, как же так? Как же так? А ее можно увидеть? Нет, потому что вы ее никто. Я ее лучшая подруга. Так, если вы будете шуметь, я заведу на вас административное дело, так что езжайте домой. Вас гости ждут. Поздравляю с бракосочетанием и все. До свидания. Все, все, все. Дежурный, это военный допрос. Пойдемте. Владимир Петрович. Пойдемте, пойдемте. Не успели мы даже и выпить, как уже появился наш жених. Так давайте спросим у него, а где же наша невеста? Костя, спасибо. Дорогие гости, мы не сможем с Анечкой быть, но были бы очень счастливы, если бы вы отметили сегодняшнее событие без нас. Извините. Спасибо. Костя, сделай, пожалуйста, так, чтобы никто не заметил нашего отсутствия, ладно? Иван, что происходит? Лену арестовали. Лену? Да. Арестовали за что? Пока ничего не ясно. Вы оставайтесь, пожалуйста, здесь, Лена, ладно? И позаботьтесь о ней. Аньку я домой отвезу. Папа, я хочу к Ане. Поехали. Все, пока. Успокаивай уже. Так, иди разденься. Ань, успокойся, Ань. Да не могу я успокоиться, Ваня. Ты не понимаешь, что Лена в беде, и кроме нас ей никто не поможет. Есть полиция, есть следователи. Да? А ты не помнишь, как со мной было, да? То есть ты помогать не хочешь? А чем я могу ей помочь? Ань, хорошо, я съезжу туда, послушай. Я съезжу туда, посмотрю, поговорю с рабочими, может, выясню что-то. Ты правда съездишь? Да. Вань, подожди, я тогда переоденусь. Нет, с тобой. Нет, ты останешься с Аней дома, хорошо? А я поеду один. Как поселок назывался? Рахманово. Но я не помню. Номер дома, я не помню. Найду. Вань, подожди. У Елены Александровны оружие было? Какое оружие?
Зачем? Вот этого видели когда-нибудь? Это похоже на пистолет Щукина. Постоянно с собой такой таскал. Не знаю, незаконно, наверное, но теперь-то уж все равно. А что? А у него были основания что-то опасаться? Да нет, оснований вроде не было. Бизнес у нас чистый. Так, оружие любил, наверное. Интересный поворот получается. Елена Александровна отобрала пистолет у Щукина. Вам самому не смешно? Ну как она могла это сделать? Вы ее видели? Ладно, разберемся. Вы-то сами во время убийства где были? А то есть меня тоже подозревают. Хотя понимаю, конечно, это ваша работа. А в какое время убили Щукина? Около 11 утра. Около 11. Ну, я был в автосервисе, менял помпу бензонасоса. Менеджер может подтвердить. Да вот у меня и квитанция есть. Уважаемый, а не подскажете, где у вас тут новый строящийся дом большой? Это вам направо, вот по этой дороге. Спасибо большое. Пожалуйста. Тетя Лена хорошая, надо пойти в полицию и все рассказать. Анечка, мы ходили, они нам не верят. Давай тебе чай налью. Значит, надо найти других, кто нам поверит. У тебя есть знакомые в полиции? Точно. Держи осторожно, горячее. Сейчас, сейчас мы ему позвоним. Алло, алло, Андрей Григорьевич, здравствуйте. Это Аня Василькова. Вы меня помните? Здрасте. Ну, здрасте еще раз. Так что у вас там опять стряслось? Мою подругу Лену Макееву, вы должны ее помнить. Арестовали за убийство, но она не убивала. Ну, вы даете. Ты что, заразна? Послушайте, мне не до шуток совсем, Андрей Григорьевич. Ладно. Кого она там не убивала? Она дизайнер. Убили ее заказчика прямо на стройке. Там было куча народу, но арестовали только ее. Ну, для начала. Из следствия я ушел. Я теперь адвокат. Вы адвокат? Так тогда вы точно можете помочь. Не торопитесь. Надо вначале с материалом дела ознакомиться. И потом, извините, я при всем желании бесплатно работать не могу. Я, конечно, не самый дорогой адвокат, но все. Вы не беспокойтесь, Ульяна, жених очень обеспеченный человек, бизнесмен. Ой, чего тянешь ты меня в историю? Ну, ладно. Поговори с этим женихом. Есть еще что мне надо знать? Да я сама ничего не знаю. Но я знаю одно. Она не убивала. Ясно. Ладно, тогда до созвона. Извини, у меня гости. Пока. Ань, садись в машину. Thank you.
Леночка, родная, Боря, держись, я прошу тебя. Я вытащу тебя отсюда, слышишь? Хорошо, Боря. Я сегодня же найду лучшего адвоката, я обещаю тебе. Боря, скажи, все так плохо? Забери меня отсюда, пожалуйста, я тебя очень прошу. Помоги мне. Успокойся, только не плачь. Хорошо. Прошу тебя. Хорошо. Успокойся, успокойся. Хорошо. Скажи, неужели... Мне самому хреново. Плохо все так? Плохо, да? Скажи мне, что такое? Почему? Почему я здесь? Почему? Что случилось? Тут Аня приезжала. С Ваней. Ага, я знаю. Представляешь, примчалась сюда, прям в свадебном платье. Да, я знаю. Такая сумасшедшая. Рвалась к тебе, ее не пустили. Боря. Все, на выход. Как на выход? Все, выходим. Подождите. Выходим. Подождите, все. Еще минута пойдем. Не прошла, пожалуйста. Пойдемте, все, пойдемте. Боря, помоги мне. Я тебя тут не оставлю, я обещаю. Я не могу больше здесь, Боря, я не могу больше здесь. Боря! Налево. Что за адвокат? Горохов, который мое дело вел, следователь, он теперь адвокат, и он обещал помочь. Замечательно. До завтра это не могло подождать? Вань, Лена в тюрьме. Для нее каждый час пытка. Ну, неужели ты не понимаешь? Я многое могу понять. Но я прихожу домой, а здесь никого нет. Я тебе звонила. Ты забыл телефон. А Аню я взяла с собой. То есть я во всем виноват? Записку нельзя было оставить? Нет, я во всем виновата. Я во всем виновата, потому что мне не все равно и потому что я хочу помочь лучшей подруге. А я хочу, чтобы ты не лезла туда, куда тебя не просят. Это не игрушки. А для меня это, по-твоему, игра? Может, не игра, но ведешь ты себя как... Как кто? Как кто? Как дура, да? Прекрасно. Вот и поговорили. Я пошла спать. Угу. Прекрасно. Вот вам моя первая брачная ночь. Ваш Борис, ну что, по выходным работает? Ну, он сказал, что он созвал срочное совещание по поводу смерти Щукина. Вызвал всех сотрудников. Не понял. А при чем здесь Борис? Так Борис и Щукин, они же партнеры, совладельцы фирмы. А я разве не говорила? Нет. Интересное совпадение. И это Борис посоветовал Щукину заказать Лену дизайн-проект. Ну, так сказать, по знакомству. Да, никогда не знаешь, чем наши добрые дела обернутся. Мне нужно срочно войти во все дела, чтобы ни один клиент не остался без внимания. Также необходимо составить список партнеров. Наверняка кто-то захочет присутствовать на похоронах.
Я думаю, этим займешься ты, Ирочка. Договорились? Угу, да. Ну что ж, все, пока, всем спасибо. Все свободны. Понятно, спасибо. Наташа, скажи, мы можем перенести нашу встречу? Что, есть какие-то более важные дела? Короче, денег у Игоря дома нет, а Наташка отдавала только на карманные расходы. Денег у нас ноль. Ребята, это не проблема, я возьму на себе эти расходы. Борис Евгеньевич, к вам Василькова и Горохов. Пусть заходят. Привет. Привет. Вот тот самый адвокат Андрей Григорьевич Горохов. А что случилось, зачем адвокат? Леночка, прости, пожалуйста. Наташа, это для Лены. А эта девка, значит, моего мужа убила, а ты ее... Ну, пошел ты! Прошу, присаживайтесь. Это супруга Щукина. А мужчина что с ней был? А, ее брат, Юра. Еще раз простите, понимаете, в каком все состоянии. Андрей Григорьевич, ну, что вы думаете по нашему делу? Ну, пока ничего. Для начала нужно заключить договор с Леной или с ее представителем. После этого я смогу получить доступ к материалам дела и встретиться с Леной. Ну, в суде буду настаивать помещение под домашний арест. Ну, или освобождение под залог. Но в ее случае это минимум 500 тысяч. А судья может назначить и больше. У вас есть возможность выделить такие деньги? Андрей Григорьевич, самое главное, чтобы у вас все получилось. Потому что Лена, она тюрьму не выдержит, поймите. Давайте так договоримся. Если у вас получится, тогда и будем говорить о вашем гонораре. Еще раз простите вот за все вот это. Да ничего, ее можно понять. Кстати, мне надо будет с ней встретиться попозже. Адресок не дадите? Да, пожалуйста. Зачем ты туда поехала? Она с кем-то встречается в гостинице «Зеленый Бор». Да откуда я знаю, с кем? Слушай, ну это как минимум странно. Если у тебя вчера убили мужа, а сегодня ты едешь за город в какую-то гостиницу, где обычно встречаются влюбленные парочки. Да, я знаю, для чего нужны такие гостиницы. Поняла. Да, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Только что к вам моя подруга зашла, Наташа Щукина. Скажите, в каком номере? Щукина. Угу. Ну, может, она кому-то приехала, не под своей фамилией номер зарегистрировала. Девушка, если это ваша подруга, позвоните на мобильный. А мы не можем разглашать сведения о наших клиентах. Ой, кажется, я телефон забыла.
А если так? Если так, я вызову охрану. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Вас беспокоит с ресепшеном. Вами только что интересовались. Господи, она машину фотографирует. Зачем за мной следите? Я подруга Лены Макеевой. Она не убивала вашего мужа, и я хочу выяснить правду. А я здесь при чем? Какая связь? Вы меня извините, но эта гостиница похожа на место для свидания. И, на мой взгляд, это очень странно. С кем вы встречались? Какое ваше дело? Когда же все это кончится? Сначала муж меня преследовал, теперь вы начинаете, да? И, может быть, вы считаете, что это я мужа убила? Зачем? Ну, мало ли. Из-за денег. По контракту ничего не полагалось. И вообще, мне самой угрожают. Кто вам угрожает? Неважно. Наташа. Из-за вас у меня будут проблемы. Наташа, подождите. Подождите. Не смейте меня преследовать, я в полицию позвоню. Ключи где твои? Как я тут оказался? Потому что я был уверен, что опять во что-то полезешь и опять вляпаешься. А если бы не успел? Я его по ноге ударил, как ты меня учил. Ой, господи, какая ж ты. Ой, прости меня, пожалуйста. Я подумаю. Ваня, надо ехать к этой Наташе. Она говорила, что ей угрожают, надо поговорить с ней. Неисправимо. Вань. Мы сначала едем в школу за Аней, а потом домой. Здравствуйте. Здравствуйте. Мужчина, вы куда? Как куда? За дочкой. Да поздно уже, все разошлись. Да погодите, они же на экскурсию ездили, Аня, Гарина. Как разошлись?
Может, она сама домой пошла? Это вряд ли. Учительница бы ее одну не отпустила. С этим она строго. А где же она есть? Так, стоп, подождите. А это, телефоны есть у вас? Это Марья Сергеевна. Держите. Алло. Алло, здравствуйте, Марья Сергеевна. Это Иван Гарин. Я вот за дочкой приехал и... Что? Кто забрал? Как? Ничего не понимаю. Оля же должна быть в Новосибирске. Она тебе что-то говорила? Ничего не говорила. Я даже телефона ее не знаю. Вот чтоб делала то, что я прошу, а не трепала мне нервы. Знаешь что, Ваня? Что? Да. Аня, с тобой? Ну а что, сразу нельзя было позвонить, предупредить? Вы где? Это Оля? Да. И Аня с ней, да? Да. Ну вот видишь? Вижу, что одна идиотка по городу бегает и неприятности ищет. А другая ребенка забирает и предупредить не может. Я уехал. Анюточка, ну ты расскажи, как вы тут вообще живете? Хорошо живем. А вы Сережу не привезли? Так хотел братика увидеть. Он пока еще совсем маленький. Мы его с няней оставили. Вот чуть-чуть подрастет, приедешь к нам в гости, хорошо? Там и увидишь. Папа! Ну что такое происходит? Предупредить нельзя было? Вообще откуда узнала ты, где она есть? Как это откуда? Я с ребенком связь поддерживаю. Она мне в телефоне, по интернету пишет. Это ты мне лучше скажи, почему ты за ребенком не приехал? Я приехал. Приехал? Приехал. Ага. Пап! Что? Ну, мы вообще-то в городе проездом. В отпуск едем. Хотели Анюту с собой взять, на недельку отдохнуть. Тем более у вас здесь какие-то неприятности. В Париже Анютка еще не была, а твоя доверенность еще действует. О таких вещах вообще-то заранее предупреждают. У нее школа. Куда она поедет? Ну, все равно скоро каникулы. Ну, что здесь такого, если ребенок недельку с мамой проведет? Ты сама что хочешь? С мамой поехать. Пап, ты не волнуйся, я через неделю вернусь. Ладно, хорошо. Господи, Ань, ну куда ты опять пропала, а? Я же извелся весь, ни телефона, ни дозвониться за тебя. А вдруг опять напал кто-то, а меня рядом нет. Вань, прости меня, пожалуйста, я обещаю, я без тебя больше ни шагу не сделаю. Не обижайся на меня, ладно? Я тебя очень люблю. Я тебя тоже. Суть ходатайства понятна. Сторона защиты имеет возражение? Да, Ваша честь. Защита, прежде всего, просит определить несостоятельность решения следствия о привлечении моей клиентки в качестве подозреваемой. Суд в настоящее время рассматривает вопрос избрания меры пресечения. А не выясняет, виновна ваша подзащитная или нет. Ваша честь, разве справедливо содержать под арестом человека, подозрение в отношении которого, ну, как минимум, сомнительно? Убийство ради наживы и за небольшую сумму денег. Ваша позиция понятна, господин адвокат. У вас есть что-нибудь? Да, Ваша честь. Если позволите, следствие хотело бы приобщить к материалам дела справку из банка, в котором подозреваемая имеет расчетный счет. Протестую. Этот документ не был представлен нам ранее. Справку я забрал сегодня утром. Давайте не будем устраивать здесь цирк. Поясните. Через счет подозреваемой проходили достаточно крупные суммы. Договора с поставщиками строительных материалов. Подождите, но Щукин сам говорил, что ему так будет удобно, чтобы не бегать по всем этим поставщикам. Он мне это сам все говорил. Вам слова не давали. Продолжайте. Следствие допускает, что подозреваемая могла совершить хищение этих средств,
что явилось поводом для возникновения претензий у потерпевшего. Да, она еще и воровка. Тишина. Справка приобщается к материалам дела. У защиты есть еще что сказать? Да, Ваша честь, защита просит приобщить к материалам дела характеристику с места жительства. И с учетом отсутствия предыдущих судимостей избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Характеристика приобщается к материалам дела. Суд постановил избрать в отношении подозреваемой Макеевой Елены Александровны меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе. Ходатайство обвинения удовлетворить. Вы показали, какой адвокат. Слентяй. Ленк, я тебя вытащу, обещаю. Анечка, погоди. Андрей, я тебя вчера искал. Вчера я еще был и адвокатом, теперь уже нет. Чего хотел? Я был в доме, где произошло убийство. Что, опять решил самодеятельностью заняться? Пожалуйста, не начинай, ладно? Во-первых, я знаю, как убийца попал на второй этаж, никем не замеченный. Во-вторых, я нашел тайник и деньги. Но мало ли кто их туда и когда положил. Деньги в банковской упаковке. Свежим числом. Упаковки, говоришь? Угу. Щукин Леня тоже упаковкой заплатил. Там охрана на объекте есть? Все, не знаю. Вчера была. Подожди минутку. Извините. Николай Петрович, можно вас на минутку? Хорошо. Спасибо. Николай Петрович, я предлагаю сейчас съездить на место преступления и осмотреть его в моем присутствии. Такое же дело-то отстранили. Официально меня пока еще никто не отстранил. Но и вы когда охрану с объекта снимаете? Сегодня. Отлично. Так давайте сейчас и съездим, пока там бомжи не обосновались. Но вам же будет легче, когда еще нового защитника назначат. А так вы со мной все осмотрели, и к вам претензий никаких. Ладно. Все равно я собирался туда ехать. Даже интересно, зачем вам это нужно. Давайте через 2 часа на месте. Хорошо. На машине? Конечно. Поехали. Стоп. А ты домой. Домой, я сказал. Наташа, здравствуйте. Это Аня, подруга Лены. Уходите. Что еще? Вчера, после нашей встречи, на меня напали. Может быть, вы считаете, что это я сделала? Ну, не знаю. Может, мне лучше в полицию пойти? Послушайте, что вы меня пугаете? Я так себе места не нахожу. Может, вы объясните, что происходит, и мы как-то попытаемся вам помочь? Есть один человек, его зовут Ломакин. У мужа был фонд инвестиционный, который разорился, и все вкладчики деньги потеряли. Игорь, кстати, тоже очень много денег потерял. А у этого Ломакина мать все деньги вложила в этот фонд. А когда все это случилось, она умерла. Инфаркт, что ли, инсульт, я не помню. Но Ломакин стал во всем обвинять Игоря. Он писал ему, звонил. Когда Игоря убили, он стал звонить мне, чтобы я вернула ему все эти письма. Я поехала, а тут вы. Он разозлился. И что, вы отдали ему все письма? Копии остались. Что вы хотите вообще от меня? Подругу в гараже быть, да? Лена никого не убивала. А этого Ломакина мы попытаемся найти. Вы бы не могли мне копии отдать? Подождите. Вы не против, если рабочие заберут свои вещи? Да нет, конечно.
Инструменты можете забирать. А вы? А это со мной. Он помогает, если не возражаете. Не возражаю. Главное, чтобы не мешал. Пустите. Сейчас я пойду. Так, двое здесь. Мусор собирайте. Остальные на первый этаж. Инструмент. Я буду на втором. Там с левой стороны леса. По ним можно в дом попасть. Николай Петрович, вот обратите внимание. По этим лесам преступник мог незаметно проникнуть в дом. Зачем мне незаметно проникать, если она уже была там? Ладно, давайте посмотрим. За работягами присмотри пока. Mm-hmm. Что у вас здесь происходит? А я здесь при чем? Что происходит? Отпусти. Ну и как это понимать? Да это наши деньги, понимаете? Ну рядом с ним барсет ковырялась. Я открыл, там деньги. Ну зарплата вся наша. Я и взял. Но он же все равно потом нам бы ее отдал. Он же для нас ее вез. Ну, я потом, конечно, деньги спрятал. Думал, что вы обыскивать будете. Ну, а потом полицию вызвал. Видите? Значит, Макеева деньги не забирала. А настоящий убийца мог незаметно залезть и незаметно вылезти. Ну да. А это еще ничего не доказывает. Макеева могла быть с ним в сговоре. Они Щукина убили, деньги у нее на счету остались. А ему эти крохи. Товарищ следователь, да не было так. Ну, я же все из-за рабочих старался. У них семьи, у меня тоже жена. Да разберемся. Так, грузите его в машину. Понятно. В отделение допрошу. Шевели ногами. Зря я тебя послушал. Только хуже все получилось. Да ладно, наоборот, хорошо. Следователь хоть поработает теперь. Ты что, не понимаешь, что ли? Уже теперь его колоть будет на соучастие. А это 105-я часть вторая, вплоть до пожизненного. А ты что думаешь, Ленка его убила? С бригадиром вместе? Голову все указывает на нее. Как и в случае с Аней. Слушай, все, хватит, не напоминай. Вообще, это не мое теперь уже дело. Надоели вы мне все. Сам езжай, без тебя как-нибудь доберусь. Да ладно, перестань, медведи съедят. Поехали. Хватит, говорю тебе. Леночка. Спасибо, любезная, мы вас позовем. Леночка, родная. Боря. Родная. Боря. Ну, хватит, хватит уже. Давайте к делу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Саныч. А Боренька любезно попросил представлять ваши интересы в суде, и я согласился. А знаете, со своими клиентами я предельно откровенен. Дела ваши не очень. Ну, вы верите мне? Знаете, вера – это категория иррациональная. Я же привык разговаривать языком фактов. Ну, собственно говоря, так, как будут с вами разговаривать в суде. А факты ведь, они против вас. В смысле, что делать? А нужно сотрудничать со следствием. В смысле? Надо признать убийство в состоянии аффекта. Рабочие видели, как Щукин к вам приставал. Нет. Скажем так, он хотел вас изнасиловать, вы испугались, нет, вы занервничали, а увидели пистолет и... Нет, но я этого не делала. А вы подумайте, что лучше, 15 или 3? Нет. Но это же совсем другая статья. Всего 3 года, максимум. Я не делала этого. Я этого не делала. Здорово. Здоровее видал. Что за проблема?
Да так, нужно одному человеку в СИЗО записочку передать. Сможешь? За бабки не вопрос. Чё за чувак? Это баба. В женские камеры вход есть? Найдем. Бабки давай. На. Созвонимся. Давай. Тут с воли кое-что передать просили. Если не сделаешь, как говорят, в следующий раз я тебя убью по-настоящему. Чё я сделал, говорю? Ну, чё он нахуй? Чё, пьяно ругался, речь не приставал. Ты не ругался я ничего. Заявление есть. Нет, пусть проспится, утром отпустишь. Что тебе здесь, гостиница, что ли? Да ладно тебе. Что ты его сейчас отпустишь, он натворит что-нибудь. Будет тебе тогда и заявление, и потерпевший, не дай бог. Угу. Давай от пятой ключи. Да, ну там этот, по убийству. Ничего не тронет он его, камеру. Ну какую камеру? Смотри. А обыскать? Да я уже потом поделюсь. Лады. А куда ты меня ведешь-то? Я говорю, отпусти, какая камера, ты... Все. Тихо тут. Здорово, бродяга. Как сидится? Никак. Но хамить не обязательно. Семья твоя знает где-то? Нет. Позвонить не дали. Ну вот, звони. Алло, Маша, это я, ага. Да нет, на моем телефоне батарейка села. А ты не волнуйся, я сегодня на объекте останусь. Ну, работы много, ага. Сашка, ты с Дашкой как там? Нормально? Все хорошо. Ну, мне пора, ага. Спасибо. Спасибо много будет. Кое-что сделаешь для меня, тогда мы в расчете. Что сделать? Ты на допросе уже был? Нет еще. Следак решил тебя до утра промариновать. Мол, посидишь, подумаешь, это хорошо. Сейчас я тебе расскажу, что тебе нужно будет сказать. Кому сказать? Следователю сказать. Ты идиот, ты себя не строй. Если что-то не так пойдет, вот телефон твоей жены у меня есть. А Сашка с Дашкой это кто? Дети твои, да? Ваня! Вань! О, Господи! Тебе. Спасибо. Боже, как приятно, какая прелесть. Ты меня, пожалуйста, больше так не пугай, а то я проснулась. Даже позвони же тебе, не могу. Это самый крутой телефон. Давай.
Спасибо тебе большое. О, вот это да. Любимый, ты самый лучший. Надо Боре позвонить. Нет, знаешь чего? Лучше давай поедем и все ему расскажем. Надо найти этого Ломакина. Может, он нам поможет. Он же деньги адвокату платит. Да и в конце концов, Ленка-то его девушка. Ну, наконец поняла. Что? А то мы одни как угорелые бегаем и... Спасибо тебе большое. Круто. Все, поехали. Хорошо. Ну, может, позавтракаем сначала? Ну, давай быстрее, хорошо. И вы это сами видели? Сам. Когда Айрапетян и Бушков поднялись, Щукин их прогнал. А потом я поднялся. Ну, думал, может, помочь там надо или что. А Щукин уже схватил Макееву, прижал к себе вот так. Вот, и вдруг выстрел. Наверное, она нашла у Щукина пистолет и выстрелила. Вы сами раньше видели пистолет у Щукина? Я видел. Раз или два. А она вас видела? Нет. Я спрятался. А потом она вниз спустилась, вела себя нервно, но ничего не сказала и быстро уехала. Ну, а я Бушкова взял, чтобы ни одному труп обнаружить. А потом вызвал полицию. А чего сразу-то не признались? Испугался. Думал, начнете крутить, расспрашивать. Оно мне надо. Ну и потом деньги. Я же их взял, когда она его уже убила. Думал, найдете, отберете. Ты их так-то брал. Ну да. Слушай, а что ты при всех-то за деньгами полез? Пришел бы потом. Взял по-тихому. Мы же там охрану поставили. Как бы я потом пришел? Ну и дурак, охрану-то я снять собирался. Ладно, подписывай протокол. Давай катись отсюда. Все, ну, если тебе соучастник никакой. У меня есть новости. По мне так весьма и весьма неплохие. Леночка дала признательные показания, как мы и договорились. Щукин на нее напал, пытался ее изнасиловать. Она выхватила у него пистолет, застрелила. Ну, а поначалу не призналась, потому что испугалась. В общем, это не страшно. Что значит не страшно? Она его не убивала, я не верю. Боль, ты обалдел? Ань, подожди, пожалуйста. Боренька, голубчик, избавьте меня от подобных сомнений. Богу, вот здесь уже. Ребята, а может, до конца дослушаем, а? Дай сюда. Следующий. Здрасте. Так, нет, нет, сразу нет. Мы за консультацию уже заплатили. Слушаю вас. Лен дала признательные показания. Якобы Щукин хотел ее изнасиловать. Она сопротивлялась, защищалась, нашла пистолет, выстрелила. Грамотно. Во всяком случае, лучше, чем 105-я. Но она его не убивала. А кто? Ну, это надо выяснить. Вот, смотрите. Щукину угрожали. Следователь в курсе? Нет. А жена Щукина боится его. Ну, не следователя, а этого Ломакина. И что? Нам больше некуда идти. Получается, ее могли заставить. Кто? Следователь? А ему-то это зачем? У него и так улик достаточно. Я думаю, что кто-то дал команду в СИЗО. Получается, что у вашей Лены есть очень серьезный враг. Ой. Анечка, водички не принесете, там в коридоре кулер есть. Стаканчик, если можно. Да, конечно. Иван, Лену могут убить. Она просто повесится в камере, это угрызение совести, и все, концы в воду. И для настоящего убийцы это будет гарантией, что его уже никто и никогда не найдет.
Совсем больные, что ли? Одно дело припугнуть. А завалить, походу, слабо? Да не слабо. Только это так с кондачка не делается, на это время нужно. А если она показания давать начнет? Что, если следак что-то нароет? Это дело надо закрывать. Только без меня как-нибудь, хорошо? Одно дело бы еще на зоне, а то в СИЗО девки на это не подпишутся, все, извини. Привет. 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 Как отработал? Нормально. Вань, слушай, я тут придумала, как этого Ломакина найти. Кого? Этого с письмами? Угу. Мы ж пробовали уже. Ну, плохо пробовали. Ждешь кого? Нет. Ты знаешь, Вань, ради Ленки я согласен. О, Борь, привет. Так чего вы стоите в дверях? Проходите. Анечка, чайку приготовь нам. Да, хорошо. Следственный эксперимент когда? Завтра. Времени мало. Придется напрячься. Слушай, у тебя оружие-то есть? Зачем? На, возьми, боевой. Хотел Игорю на день рождения подарить. Он такие штуки любит. Мало ли. Слушай, спрячь. Мы же никого стрелять не будем. Как знаешь. Я пошел. Коля. Давайте быстрее выгружаем. Май месяц. Дом за мной. Наручники снимите. Ну, рассказывайте. Мы с Игорем Леонидовичем Щукиным вошли в эту спальню. Я стала показывать план расстановки мебели. Ха. Сюда действительно можно. С улицы потом залезть. Он меня схватил, и я два раза его ударила коленом. Елена Александровна, чего вы замолчали? Рассказывайте. Понял? Женька, спасибо. Держи, дедуля. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно с вами поговорить? В смысле?
У вас что, жалоба, что ли? Нет, ну что вы, я журналист, я пишу статью о финансовых махинациях, и я ищу пострадавших. Вот у меня есть письмо от одного обманутого вкладчика, и адрес указан неверно, а штемпель вашего отделения. Посмотрите, пожалуйста. Ленка, Ленка. Боже, Боря. Как ты? Хорошо. Все хорошо. Все будет хорошо. Давай тискай, все, иди машину заводи, Лена, на заднее сиденье и вниз ложись, чтобы никто не видел. Это что происходит? Тихо, тихо. А? Пошли, пошли. Пошли, пошли. Что происходит? Давай, прыгай. Вань, давай скорее. Вась, к тебе тут, говорит журналистка. Здравствуйте. И вам не хворать, что надо. Скажите, пожалуйста, это вы писали? Ну, я. Вспомнили. Я давно уже плюнул на все это и забыл. Забыл, понятно? А недавно вдове Щукина не вы угрожали? Или тоже забыли? Помер, что ли, этот Щукин? Да, его убили. А его жене, Наталье, кто-то угрожает и требует вернуть все ваши письма. Убили, значит, гада. Нашелся добрый человек. Ну, порадовали. Ну, порадовали. Значит, это не вы его убили? Я-то мог бы и убил бы. Ты что несешь-то? Да ладно тебе. Тут даже подкатывал один. Ну, издалека так начал. Понятное дело, прощупывал. Не хотел ли я, дескать, посчитаться с этим Щукиным? Моими руками хотел все дельце стряпать. А вы, значит, отказались? Да он сам разговор свернул, когда меня получше разглядел. В смысле? Да в таком. 2 года назад с крыши упал. Теперь ноги не ходят. А вы, случайно, не запомнили того человека? Кто это был? Имени он не сказал. Но он из той же конторы, что и Щукин. Ладно, у меня даже фотография его есть. Наташ, принеси ту газетку. Ту самую. Сейчас. Угу. Вот она. Ну, вот так вот. Подожди, Боря, а что здесь? Я одна буду? Может, ты останешься? Не-не, Ваня останется. А я в город. Мне жалобу нужно обеспечить. Ясно. Давай, топи. Ваня, тебя проверять не будут разве? Конечно, будут. У меня Анютка прикроет. Ну, ладно, я помчал. Ясно. Давай. Я надолго прошу. Все, грейся давай. Прощай. До завтра. Алло, Вань, привет.
Вань, все оказалось очень просто. Я, кажется, нашла заказчика. Что нашла? Подожди, давай встретимся у Горохова. Угу. Я все расскажу. Хорошо, сейчас приеду. Ваня, ты куда? Ладно. Подожди, я с тобой поеду. Нет. Вань, не оставляй меня здесь одну. Ничего накопал. Горохов, пойдем, чтобы дважды не рассказывать. Здрасте. Здрасте, здрасте. Что еще накопало? Что за лазил? Накопало. Я что, шахтер? Я, можно сказать, следователь. Вот, смотрите. Это брат жены Щукина. Это он приезжал к Ломакину, чтобы нанять его для убийства Щукина. Какой еще Ломакин? Да что ж вы ничего не помните? Тот, кто писал письма с угрозами. А, да. И жена Щукина сказала, что Ломакин назначил ей встречу в гостинице, чтобы забрать эти письма. Но он этого сделать не мог. В общем, не мог-то? Ну что, без руки, что ли? Ну, почти. Он инвалид, у него после травмы отнялись ноги. Так что надо ехать арестовывать этого Юру и эту безутешную вдову заодно. Шестра ты, матушка. Вначале надо показания этого Ломакина проверить. И потом... Все работяги говорили, что никого посторонних на объекте не было. Хотя, я думаю, стоит показать это фото бригадиру. Мы поедем и покажем. А заодно спросим, почему он на Ленку ложные показания дал. Я с вами. Не-не-не-не. У меня для тебя спецзадание. Идем. Я внизу жду. Что за задание? Сейчас увидишь. Вань, ну что за задание? Скажи мне. Если это какой-нибудь отвлекающий маневр, то я так не играю. Значит. Ленка. Все, тихо, не шуми. Не шуми. Все. Дай телефон. Телефон, супертелефон свой, дай. Вы что, побег устроили? Вы мне ничего не сказали. Совесть есть. Смотри, я тебе сейчас адрес везу. Куда ты ее перевезешь? Mm. Заднюю дверь открывай. Давай. Садись в машину, заводи. Тебе. Саш, Даша, пойдемте на кухню. Пойдемте чай пить. Пойдемте. Так, вам чего? Да погоди, не нервничай ты. Только вопрос зададим и все, ладно? Садись. Давай, Саша. Смотри, может, знаешь этого человека или видел? Нет, не видел. Внимательнее посмотри. Не видел, говорю. Не видел, значит. А то, что из-за твоих показаний невинного человека посадят, нормально? Денег дали? Денег взял уже? Да они меня с детьми убить грозились. Что нам было делать? Ну, молчи ты, ну. Да вы не бойтесь. Мы их поймаем, обещаю. Вы нам просто скажите, кто это и где вы его видели. Без протокола. Это водитель грузовика. Он в тот день стройматериалы привез. Так, а почему в показаниях о нем ни слова? Да про него никто не вспомнил тогда.
Мы же бригадой работаем. Вот друг про друга вспоминали, кто да что да где. Я бы и сейчас про него не вспомнил, если бы фотографии не показали. А угрожал кто? Не знаю. Уголовник какой-то. Его ко мне в камеру посадили. Пьяным прикидывался. Отлично. Значит, фамилия должна быть в протоколе. Ладно, не переживайте. Поехали. Заходи. Да. Да, вот. Здесь комната одна есть. Слушай, холодно здесь. Ну да, сейчас пойду натоплю в другой комнате, и нам будет тепло. Садись. Давай. Давай, давай. Что-то вас тут много. Николай Петрович, по делу Макеевой. И не говорите, что я не ее адвокат. А в курсе, что она ушла в побег? Нет. Но сейчас это не имеет значения. У меня есть несколько новых важных фактов по этому делу. Хорошо, заходите, послушаем. Тихо, чтобы понятно. Thank you.
нет! Стреляю! Допустим, этот Юрий был исполнителем убийств, фото на лицо. Но он сам для себя старался? Или был общий заказчик? Мне кажется, что без вариантов. Сестра, жена Щукина. Во-первых, она нас по ложному следу направила. Во-вторых, она теперь прямая наследница. Ведь брачный контракт можно было оспорить. Вот смотрите, ситуация получается какая. В 3 километрах отсюда мы стояли. Степанов, это Архипов, здорово. Высылай группу захват на квартиру к Щукиной. Что делать будем? Что-что? Стучать! Может, действительно дома нет? Или дверь будем ломать? Тихо. Там кто-то есть. Откройте, полиция! Она меня убила. Стой, быстро! Быстро! Уходим! Жена Щукина на кухне. Похоже, мертва. Господи, опять. Ваня, это невыносимо. Машина опять не заводится, ее надо в сервис отогнать. Ну сколько можно? Ты подъедешь? Хорошо, давай жду. Ничего себе. Привет. Привет. А ты что, машину новую купил? Это Борис перегнать просил. Садись. Анютка возвращается. Заодно ее покатаю на представительском классе. Господи, он ведь даже предложение не сделал. Кто, Боря? Ну да, он мне тоже об этом говорил. Знаешь, где я видела этот брелок? Да ладно, ты серьезно? Это что, Боря тоже там был? Ну, я не знаю, но и цвет, и марка машины. А эти брелки, они очень распространенные. Я не знаю, я такой только у Бори видел. Плюс, у меня отобрали телефон, на который я делала снимки. Я же запросто могла узнать, чья это машина. Там же номер было видно. Надо ехать к Борису. Так, все. Даже не думай об этом. Ты никуда не поедешь. Ты никуда не поедешь. Поеду я один. Здорово. Здорово. Ходи. Спасибо. Ленка как раз к Каньке поехала. Да, я в курсе. Я поговорить. Давай, 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 заходи. Кофе, чай? Да не, ничего не надо. Сам понимаешь, давно не виделись. Ну да. Присаживайся. Спасибо. Ну? Знаешь, я думаю, что это ты. Это твоя идея Щукина убить. Что? Аня твою машину узнала. Это ты в гостинице с Натальей встречался. Только ты знал, где Лену прячет. И смерть Щукина была наиболее выгодной для тебя. Ваня, ты что сейчас несешь? Значит, смотри, есть два варианта. Первый, я иду к следователю. Второй, я записываю нашу беседу на диктофон. Это будет гарантией того, что ты исчезнешь из нашей жизни раз и навсегда, потому что мы с Анной очень не хотим, чтобы Лена вышла замуж за убийцу. Тебе понятно? Договорились? О. Хорошо. Отлично. Ты спал с женой Щукина?
Да. Она не ушла от мужа из-за брачного контракта? Да. Решили было убрать Игоря. А Наташа я бросил и закрутил с Ленкой. Ну, чтобы типа у меня мотива не было. Ясно. То есть вы с Натальей договорились и еще братца подключили? Нет. Наташа ничего не знала. Юрку я сам подключил, потому что знал, что он ненавидит Щукина. Но его главным условием было, чтобы на Наташу не упало никакое подозрение. Ясно. И вы решили Ломакина подговорить? А? Ну, только он оказался не боец, как ты понимаешь. Юрка поехал на стройку, когда там было много народа. А Леночка сама очень удачно подставилась. И вы решили все на Леночку свалить? Понятно. Че, в гостинице делал? С Наташей приехал мириться. А твоя? Зачем туда приперлась? Алло, ты мне срочно нужен. Это ты придумал? Вся эта история с письмами? С угрозами? Да нет. Это она сама, дура. Со мной даже не посоветовалась. Ломакин же вас на Юру вывел, так? Зачем согласился Леночке побег устроить? Чтобы убить ее? А Наталья? Ее за что убил? Послушай. А что мне еще оставалось делать? Что? После смерти Юры все подозрение падало на Наташу. Она бы начала нести чушь. Следователь стал бы проверять, что я должен был делать. Что-то случилось? Ты сказал, мне надо быть осторожней. Больно. Ты одна? У тебя сутки. Стоять. Взвести не забыл? Ваня. Спокойно. Полиция! Оружие на пол! Опа! Как мне надоел ваш самодеятельный коллектив. Ты думаешь, я не замечал все эти нестыковки? И подельник Юрия, руки. Кириллов. Изначально знал, кто за этим стоит. А что же вы его сразу не арестовали? Потому что улики косвенные. Поэтому я оставил квартиру и все телефоны на прослушку. Конечно, если так лихо бы его не разговорили, нам пришлось подождать. Ну, значит, есть повод сказать нам спасибо? Пошел! Спасибо большое и прошу вас, до свидания. Не мешайте работать. Пожалуйста, идите. Я вас потом вызову. Прошу вас. Я вас потом вызову для дачи показаний. Ты знал. Что? Знал. Ну да, знал. А деньги откуда? Ну, заначка была. Еще Ленка помогла. А почему так много вопросов? Ты у меня врач или следователь? Ну, а вдруг следователь – это теперь мое призвание? Не-не, я это не переживаю. А что тебе не нравится? Мне все нравится. Особенно мне нравится способ, как может заставить тебя молчать.